Представляем велосипед Cube Reaction Hybrid SL527.5 2019 модельного года. На байк установлена рама Aluminum Super Lite, а также надежная вилка RockShox Judy Gold Air. Качественная трансмиссия Shimano EcoCRD M8000G Shadow Plus 11 скоростей позволит легко преодолевать любые рельефы местности. На байке стоят тормоза типа гидравлико-дисковая. Велосипед Cube Reaction Hybrid SL527.5 2019 года – хороший вариант для катания как и по проселочным дорогам, так и городским улицам. Эта модель укомплектована колесами с диаметром 27,5 дюймов с хорошими покрышками Schwalbe Nobinik – удачный вариант в соотношении цена-качество. Катайтесь в удовольствие!